как за моим окном. Я рад тебе, хоть и вижу мельком. Накидай свой игнор, когда я не молчу. Говорю, о, не забудь. Забудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут такие девчонки. Не забудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут такие девчонки. Вот так вот, вот так. Доброе утро, дорогие друзья. 13 августа, вторник, на календаре, в эфире «Утренний экспресс». Сегодня с вами Юлия Дякина, Александр Копылов и Денис Петров. Очень да. Ну а за музыкальное настроение сегодня отвечает группа «Стиляги Нью». Спасибо, ребята. Спасибо. 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 Красивое тело, со мною ты смела. Ты думаешь, что я простой. В тебе все прекрасно, но это напрасно. Я не такой. Мы с тобою знаем, в жизни раз бывает. Кто-то сразу станет, список полный отстой. Я не как все и знаю то, о чем ты мечтаешь. И я сегодня стану твоей мечтой. Дождик мне в окно, дождик, мне все равно. Я скучаю, слышишь, таю, и я мечтаю, что мы вдвоем. Прекрасней неба и ярче солнца, твоя улыбка, твои глаза, твоя походка. Небес красотка пленила сердце меня. Прикоснись ко мне, поцелуй меня. Я люблю тебя, я с тобой. Прикоснись.
прикоснись ко мне, поцелуй меня, я люблю тебя, я с тобой, я с тобой, я с тобой. Вот с таким романтичным настроем. Да, с нами сегодня группа «Стереогенью». Привет, ребята, вы Доброе были утро. У нас уже в гостях. Давненько были? Давненько. Давненько. Ну, что нового произошло за тот период, который мы не виделись? Нам в этом году 10 лет. Как 10? Бы, страшно, это солидно. Звучало. Позади множество концертов. Мы так подводили статистику. Больше 12 городов в России мы посетили за это время. Отыграли кучу концертов. Выступали с Юрием Эдуардовичем Лозой на разогреве у... Значит, на дне железнодорожника приезжала, господи, как ее зовут-то? Ну, хорошая звезда. Девочка, да, звезда. Вот. Впечатлений масса, конечно. В этом году у нас новая программа. Мы решили прям рестарт такой. То есть новые костюмы, новая программа. А вы себя позиционируете как кавер-группа или вы свои песни тоже исполняете? Как вы заметили, свои песни мы тоже исполняем. Да. Но чего больше в репертуаре? Каверов? Больше, конечно, каверов. Почему, наверное? Потому что это, ну, скажем так, тренд, да? То есть сейчас в Екатеринбурге очень много хороших кавер-групп, и история наша началась давно, после выхода фильма «Стиляги». И с тех пор, конечно, поменялось уже множество песен через нас прошло. Вот, и в этом году это самые свежие песни, то, что прямо сейчас по радио звучит, мы прям берем. И даже приоткрою секрет, сейчас у Алексея Воробьева вышла обалденная песня. Так. «Never Be Friends», и мы ее тоже возьмем. После фильма «Стиляги» вы вот купили себе клетчатые костюмы, да? Самое интересное, что это вот вторая версия костюмов. Понимаете, износились. То есть конкретно фильм повлиял на создание группы или на стиль группы? До фильма была рок-группа «Не такие», она сейчас есть, это фестивали, выступления на открытых всяких благотворительных вещах, то есть, да, а кавер-группа это вот именно под проекты, под праздники, мероприятия, то есть под не городов, то есть такие масштабные прямо вот переделочки с хорошим звуком и качеством. Ну, как-то вот стиляги, они как-то перекликаются со звучанием, да? Вот вы берете песню и все равно переделываете ее в тот стиль рокобили, не знаю, там твист. А вот начинали как бы с такого рок-н-ролльчика, да, плюс немножко джазика, там, такого легкого, если вспоминать фильм. А потом мы просто, да, оставили эту идею, то есть тонкой нитью, скажем так, и начали уже переделывать сами вот все эти остальные песни, да, которые мы там выхватывали, скажем так, то с радио, то еще с телевидения какие-то, да, то есть вот. И уже вот, скажем так, выработали концепцию, идею, да, вот, которая вот у нас сейчас звучит в этом году. И вот сейчас прям все по-новому. То есть, а там стилистика разная, танцевальная. Вы всегда работаете живым звуком, и у вас есть собственный репертуар. Кто за что отвечает вашей команде? То есть кто автор песен, кто автор аранжировок? Авторы песен, естественно, это те, кто их написал, да, то есть мы берем песню, она уже кому-то принадлежит, и мы переделаем аранжировку, вот Николай Иванов, клавишник, конкретно, да, вот садится и переделает, а авторская мы с ним вместе пишем, с ребятами. Вот одна песня, которая прозвучала сейчас, «Я с тобой», это автор аранжировки Тимур Коробейников, то есть вот наш парень. Знаем Коробейникова, да. Это его произведение, то есть моя песня, значит, аранжировка Тимура. Ну, а где в ближайшее время вас можно услышать? 18 августа будет день рождения загородного клуба «Белая лошадь». Большой праздник. Около 2 часов мы выходим на сцену. То есть вот будет круто. Нормально. После дня города «Белая лошадь». Да, ну из дальнейших планов это 23 число. Клуб «Алиби». Хорошее заведение, такое приятное. То есть вот там тоже ночной концерт будет. Ну что ж, мы желаем вам успехов и творческих, и по жизни. Приходите к нам в гости еще. «Стиляги Нью» сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Да. Телезрители, не забывайте, что сегодня мы запускаем голосование, в котором вы принимаете непосредственное участие. Вы определяете судьбу групп, которые уже на протяжении нескольких дней приходят к нам в эфир. И кто из них будет выступать на главной площадке Екатеринбурга, именно вы выберете.